Не знаю, в магните, конечно, много всего хорошего и полезного. Иногда мы здесь что-то берем, но в магните настолько сложно разобраться с ценами. Вы что-нибудь понимаете, вот как тут кому чего выложено и разложено? Я, честно говоря, с трудом нахожу то, что здесь написано. А когда возьмешь, это может еще оказаться и не то. И на полках не все всегда бывает точно. Ну вот, например, ржаная мука, а цены на нее нет. Но самое интересное, что магнит не практикует в зале считывающий аппарат для покупателей, которым можно было раз прочитать и реальную цену узнать. И это, конечно, очень неправильно. Они говорят, у нас нельзя. Как нельзя, если это в законе о торговле есть все такие? Очень большая проблема с сырами. С сырами вообще странно. Они здесь кто на вес, кто на штуку. И иногда кажется, что ты покупаешь дешевый, а это оказывается за штуку, а не за вес. А другой лежит. И это тоже такая хитрость, поэтому магнит вот с этим в этом плане вполне некачественно поступает. А если была вот читалка для покупателя, раз и прочитал, к ней поднес и узнал истинную цену. А некоторые проходят кассу и даже не знают, какая цена у него была. Общую сумму называет и платит. Мне приходилось пару раз сворачивать какой-то товар. Я вдруг задумывался, а сколько это стоит. Оказывалось, не так, как на ценнике видишь. Вот так. Все. Удачных вам покупок!